Мы находимся на испытательном полигоне. За моей спиной снегоблатоход «Бурлак» с буровой установкой. Это четвертая машина, которую мы создали вместе с предприятием «Курганавторемонт». Самый первый автомобиль, произведенный совместно с компанией «Курганавторемонт», сейчас работает на полуострове Таймыр и занимается геологоразведкой. Сейчас мы продемонстрируем вам один из способов инженерных изысканий. Это колонковое бурение колонковой трубой с поршнем с последующим извлечением керна. Керн извлекается прямым ходом вращателя, выдавливанием через буровой стол. Разведка полезных ископаемых и строительство новых объектов зачастую происходит в труднодоступной местности. Поэтому выбор проходимого шасси и производительной буровой установки позволит решить большинство задач изысканий во всех уголках нашей большой страны. Работа начинается с подготовки буровой установки, подъема мачты, сдвига вращателя, движения аутриггеров. В дальнейшем производится обычное колонковое бурение с раздвинутым колонковой трубой с поршнем. После окончания бурения и извлечения колонны, выдавливание происходит прямым ходом вращателя через буровой стол. Буровая установка УБГМ-1М обладает высоким крутящим моментом, усилием подачи, высокой производительностью, легкостью в управлении. Все управление сосредоточено на одном пульте оператора, позволяет производить инженерные строительные изыскания в труднодоступной местности в любых условиях. Извлеченный керн поступает в лабораторию для проведения компрессионных испытаний. Вездеход «Бурлак» в модификации буровая установка позволяет обеспечить проведение геологоразведочных работ в полевых условиях. Салон вездехода оснащен всем необходимым для обустройства быта. Внутри есть спальные места, где могут комфортно разместиться до 3 человек. Есть кухонная зона, есть инвертор с возможностью подключения приборов с напряжением до 220 вольт. А также салон вездехода оснащен автономным отопителем для комфортного пребывания при низких температурах.